Известный российский фигурист Сергей Новицкий отреагировал на последние новости по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, что расследование уже завершено, однако решение по делу Валиевой планируют объявить только через несколько недель. Возможно, МОК просто намерен затянуть время, чтобы дождаться изменения ситуации в мире. И тогда будет смысл отдать медаль Валиевой и ее партнерам по сборной России за командный турнир. Либо не отдавать, предположил Новицкий. «Считаю, в Международном олимпийском комитете не хотят поддаваться влиянию политиков», заявил Новицкий. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что фигуристка Камила Валиева уже успела оправиться от допинговой истории на Олимпийских играх в Пекине. Все, что на нее давило, вылилось наружу. Камила потеряла медаль Олимпийских игр. Теперь ничего хуже быть не может. Уверена, Валиева давно адаптировалась к происходящему вокруг нее и спокойно тренируется, готовится к внутренним российским соревнованиям. «Думаю, для нее все худшее позади», — поделилась своими размышлениями Бестемьянова.